Всем привет! Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я выстирываю данную игрушку. Она, видите, у меня большая. Используется как детский коврик. Соответственно, здесь у нас просто обычная вязка, то есть без какого-либо наполнителя. Голова льва у нас имеет наполнитель из синтепона. И также на лапках у нас здесь, в самих, где пальчики должны быть, имеется тоже наполнитель из синтепона. Так как игрушка у нас не маленькая, проблема, соответственно, изначально со стиркой была. Я выбрала для себя два варианта стирки, которые оптимально можно использовать при игрушке в данных габаритах. Первый вариант — я использовала обычную пищевую соду. То есть, вот смотрите, обычная сода пищевая. Видите, да? То есть, как бы, ничего особенного. На данную игрушку, так как она очень большая, я использовала две пачки соды. Высыпала эту соду в большой пакет. Ну, можно мусорный использовать, там, блин, неважно. Большой пакет, главное, чтобы ваша игрушка поместилась. Засовывала туда игрушку. И, соответственно, трусили мы по возможности. То есть, как бы, там, в течение, там, 3-5 минут, чтобы по большей степени практически вся сода попала и проникла между всеми вязаными частями тела данной игрушки. Потому что, допустим, вот видите, здесь даже волосы сделаны, вот здесь вот вечная проблема у нас с тем, что это пыль, и все это забивается, как бы это хотелось или не хотелось. Вот, соответственно, потрусив, в дальнейшем мы доставали из пакета, стряхивали по возможности вручную всю соду, которая осталась в игрушке, а то, что не осталось, мы пылесосили. Ну и, соответственно, вся пыль, все это убивалось. За исключением тех моментов, когда появлялись какие-то пятна, потому что ребенок это в любом случае где-то запачкал едой, наступил, ну, то есть, как бы, вот такие всякие детские моменты, не будем это озвучивать, всякое бывает. Появляются пятна. Как я избавляюсь от пятен? Так как это у меня детская игрушка, соответственно, я использую и детские очистители. Использую детский кондиционер у Шастынянь и такой вот пятновыводитель для детского белья. Мне, в принципе, он тоже очень нравится. Они очень вкусно пахнут и гипоаллергенны. Стирала я в обычной стиральной машинке. Данным пятновыводителем я забрызгивала все свои пятна. Без порошка, без ничего, потому что это лишнее для этой игрушки. Я очень боюсь, что вязка придет в негодность. Использую только кондиционер, соответственно, как бы и запах добавится, ну и игрушка станет такой же мягкой, как и была, потому что вязаные вещи очень тяжело привести во внешний вид, как они были изначально. Вот, я стирала на, у меня вот видите есть, да, ручная стирка. Соответственно, здесь стирка производится очень бережно и не до конца отжимаются вещи. В данном случае наша игрушка, она практически остается в мокром состоянии, и ее легко высушить, и чтобы она не потеряла свой внешний вид. При сушке я ее доставала из стиральной машины, раскладывала на большое покрывало и клала, соответственно, возле батареи, там, если это отопительный сезон был, либо же просто в помещении при комнатной температуре она у нас сохла. Вот. Ну и, как видите, уже это была не первая стирка. Игрушка в отличном состоянии, как новая, скажем так. Вот. Поэтому эти два варианта подходят по большей степени, и я вам советую их использовать. Ну что ж, в принципе, что я вам хотела сказать, я вам все рассказала. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если видео вам было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!